Всем привет, с вами Джабо Макс, и сегодня я вам расскажу о проблемах, с которыми я столкнулся при 10-часовом стриме. И расскажу, что будет с видосом про 10 часов игры в Fortnite. Для тех, кто не был на стриме, кто не знает, что произошло, рассказываю с самого начала. Недавно я провел эксперимент и играл 10 часов в игру Fortnite. Нет, я не даун, и нет, я не гей, но походу я кефир. Мне просто хотелось поэкспериментировать и посмотреть, выдержу ли я 10 часов играя в Fortnite. Параллельно я вел стрим, и каждый час я давал комментарии на видео. Так как я побоялся, что 10-часовой стрим не сохранится, я сделал следующим образом. После каждого часа я перезапускал стрим и давал на камеру комментарии о том, что произошло. Так вот, первые 3 часа все было супер, на мази, все было офигенно. Но после 3 часов мой Xbox, если что, я играл на Xbox One S, начал пудрить мне мозги. После очередного перезапуска у меня просто не врубалась трансляция. Ужасно долго грузится. Так оно еще потом и опять не врубается. А также очень долго грузилось окно стрима. Я подумал, что эксперимент подходит к концу, но все же не падал духом и пытался что-то сделать. В итоге я сбросил кэш, что в принципе и улучшило ситуацию. Окно с настройками стрима стало запускаться, но почему-то весь стрим висел на паузе. Ребят, короче, такая тема, что у меня... почему-то приостановилась трансляция, и якобы она не идет. Но в любом случае таймер есть, поэтому все норм. После перезапуска у меня появилась еще одна проблема. Связана она была с геймпадом, а конкретно с гарнитурой. Геймпад просто не видел гарнитуру. То есть даже кнопки от гарнитуры никак не реагировали, и звук в гарнитуру не шел. Пришлось сбрасывать кэш еще раз. Давайте мы перезагрузим сейчас экстренно Xbox. Ситуация решилась, трансляция запустилась, звук шел, но звук почему-то лагал. Но все исправилось путем перезапуска стрима. Почему так произошло, я вообще без понятия. Но у меня есть предположение. И, скорее всего, проблема кроется в самом миксере. А именно сохранение предыдущей трансляции. Типа, когда я перезапускал стрим, предыдущая трансляция сохранялась. И именно она мне не давала начать новую трансляцию. Также в этот 10-часовой период у меня один раз консоль потеряла связь с Wi-Fi. Хотя связь была бесперебойная и работала в принципе нормально. И за 10 часов, а именно последние 4 часа, у меня почему-то дико лагало. Опять же, это скорее всего связано с интернетом, но с интернетом все было отлично. Скорее всего, что-то было именно со связью между Xbox и роутером. В любом случае, я сделал вывод, что 10-часовой эксперимент на Xbox One лучше больше не проводить. Насчет моего видео. К сожалению, я не смогу его сохранить так, чтобы он вышел в целых 10 часов, потому что на сохранение этого видео уйдет невероятное количество времени, а именно около недели. А за это время мой комп попросту сгорит. Компом я дорожу, ибо мне все же делать на нем следующие видосики. Поэтому, скорее всего, я этот 10-часовой стрим нарежу на самый топовый момент. Я думаю, что так будет интереснее и правильнее, ибо видос 10 часов никто смотреть не будет. Да и таким способом я сохраню комп и сэкономлю электричество. Вот так. На сегодня у меня все. Если ждешь видео о том, как я поиграл в 10 часов, ставь лайк, а также не забывай подписываться на канал, чтобы быть в курсе следующих видео. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч!